В районе, где располагается дом 14 по Жуковскому проезду, совсем недавно прошли работы по благоустройству. На радость автовладельцам, вокруг близлежащих домов было увеличено парковочное пространство, положили новый асфальт и благоустроили газонную часть. Глядя на такие масштабные работы, жители 14-го дома с пониманием отнеслись к тому, что их дворовая территория на время превратится в место хранения строительного мусора. Тем более, что здесь также шли большие работы по перекладке теплотрассы. Но теперь, когда все работы завершены, местные жители задались вопросом, а когда же пейзаж и из их окон будет радовать глаз? В телефонном разговоре еще в начале августа Михаил Фильченков, заместитель директора по строительству ЦКБ «Энергоремонт», компании, выполнявшей здесь работы, пообещал следующее. Местные жители хотели бы узнать, когда закончится работа, когда здесь будет территория очищена. 15 августа, да, все будет выйдено. После 15 августа, как рассказала нам Светлана Ивановна Михеева, она видела несколько рабочих, убирающих строительный мусор. И территорию, как она заметила, действительно немного очистили. Расчищена некоторая часть. Вот чистая, как говорится, чистая земля, чистая трава визуально. Но немного, конечно. Рабочих на площадке нам удалось застать. Один из них, Алексей, с твердой уверенностью заявил, что сюда приедет манипулятор, и строительные бытовки, и прочий крупногабаритный мусор будет вывезен. Уже больше года идут работы, которые выполняет компания «Сити 21 век». Работы все завершены. Компания имеет обязательство в срок до Дня города полностью, значит, вот этот участок привести в порядок, убрать два металлических контейнера, которые там находятся, привести грунт и, соответственно, сделать благоустройство. То есть мы надеемся, что у нас до конца сентября будет уже зеленая лужайка на этом месте. Теперь до конца сентября. К этому времени, по словам Александра Ускова, работы должны быть полностью закончены. Убран строительный мусор и засеян новый газон. Екатерина Чернышова, Евгений Петров, «Видное ТВ».